Репетиция парада прошла на Нижневолжской набережной. В этом году торжества в честь 9 мая решено провести именно в районе речного вокзала и площади Маркина, а не на площади Минина, как обычно. Уже состоялось 9 тренировок, впереди еще 2. После того, как солдаты внесли Знамя Победы и государственный флаг Российской Федерации на площадь Маркина, выехал принимающий парад начальник штаба 1-й танковой армии генерал-майор Андрей Колесников. В торжественном марше в этом году принимают участие 20 парадных расчетов. В их состав входят офицеры, сержанты и солдаты соединений воинских частей, воспитанники суворовских кадетских корпусов и участники Всероссийского движения «Юнармия». Сотрудники и военнослужащие Росгвардии, представители МВД и Нижегородской академии МВД. Всего в тренировках принимают участие более 1200 солдат. Завершается репетиция проездом военной техники. Репетиции Парада Победы будут проходить до 7 мая. Всего 11 пеших тренировок, предстоящие 5 мая с 3 ночи до 8.30 утра и 8 мая с 7.30 до 13.30. Изменение движения по улицам и маршрутам вы видите сейчас на своих экранах, а в день праздника 9 мая Парад Победы возглавит легендарный Т-34. Для ветеранов войны и труда на Нижневолжской набережной будут установлены трибуны. Юлия Калинина, Владимир Смирнов. Время новостей.